Всем привет! И в сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами своими тремя самыми лучшими продуктами по уходу за проблемной кожей. Эти продукты для меня оказались самыми классными, которые супер работают на моей коже, и которые мне очень понравились, и я бы хотела сделать такой апдейт для вас, так как я не так давно летом где-то снимала видео по уходу за моей кожей. В принципе, уход остался тем же, но к этому всему добавилось еще пару продуктов. Итак, если вы заинтересовались, что же это за продукты, то оставайтесь на связи. Ну и давайте я сразу начну с первого продукта. Это гель от прыщей, который борется с акне, который борется с угревой сыпью, со всеми этими гнойниками и прыщами. Я нашла его в интернете на немецких форумах, так как я искала в интернете, как бороться с этими всякими высыпаниями, с прыщами, потому что они меня... Нет-нет, но все-таки добивают, хотя многие из вас говорят, что у меня хорошая кожа, но нет, камера все-таки не всегда все передает, и именно уход помогает придерживать ее в таком более-менее нормальном состоянии. Он называется Cordes BPO, BPO именно потому, что он содержит в себе вещество бензоилпероксид, которое позволяет бороться именно с этой угревой сыпью, высушивает прыщи, напрочь просто. У меня 3% концентрация, есть еще 5%, есть и 10%. Это уже самое-самое сильное. У меня самое легкое, например, в России, я не знаю, по-моему, там 2,5%, 5% и 10%. Ну, у нас в Германии продается от 3%, вроде бы, как я поняла. Я также читала в форумах отзывы, что девочки некоторые писали, после применения этого геля у них кожа краснела, шелушилась, и вообще такое раздражение шло. Это один из минусов, один из недостатков именно этого геля, то есть это побочный эффект. Но если вы перетерпите это, то у вас это пройдет, то есть кожа как бы привыкнет к нему, акклиматизируется, так скажем, и все это будет у вас нормально. То есть потом кожа будет воспринимать его нормально, и просто будут высушиваться все вот эти высыпания, все прыщи, и новые не будут образовываться. Заметное улучшение появляется примерно через 3-4 недели ежедневного использования, ну а также рекомендуют использовать этот препарат для того, чтобы полностью, так скажем, вылечить кожу от высыпаний около 3 месяцев. Я пользовалась, если честно признаюсь, этим гелем примерно недели 2. И я уже заметила результат. У меня, слава богу, не было таких сильных, ужасных высыпаний, но так как я все-таки прибегнула к этому средству, то можно понять, что все-таки эти высыпания меня очень нервировали, и они мне очень мешали, и, конечно, весь вид портился. Если вы захотите попробовать этот гель, то я вам советую взять самый легкий, то есть 3% или 2,5%. А потом, если вы не будете замечать никаких улучшений, то вы можете прибегнуть уже к 5% или 10%. Это уже для супер-супер жирной и угревой кожи. Подведу итог к этому гелю. Это супер вещь, мне очень понравилось. Вот положа руку на сердце, это, наверное, одно из лучших средств, которая помогает именно эффективно побороть прыщи. И всем советую, посмотрите, где у вас продается. Я в Германии у нас тут покупала это дело в аптеке, специально заказывала, так как у них не было в наличии этого сразу. Поэтому вот такой огромный палец вверх. Вот, мой фаворит, наверное, будет. Следующее средство, которым я хочу с вами поделиться, мне просто безумно нравится, оно очень эффективное, и это сыворотка от фирмы Bioderma из серии Sebium. Оно выполняет практически все, что обещает. Оно очень экономное, оно имеет такую консистенцию геля, не очень жидкого, и хватает одной капельки, чтобы там замазать чуть ли не пол лица, то есть ваши пораженные части на лице. Оно не сушит кожу, но подсушивает имеющиеся прыщики и предотвращает образованию новых прыщей, каких-то высыпаний. Оно даже немножечко, мне кажется, отшелушивает лицо, то есть та шелуха на лице, то есть ороговевшие какие-то клеточки на лице, которые уже имеются, она их просто убирает, и с этим самым средством у вас не шелушится лицо, вот к чему я веду. Она мне очень нравится, я всем советую. Сыпь и высыпания, то есть какие-то такие мелкие прыщи, сокращаются до минимума, и за это ей просто огромный плюс. Мне очень нравится, девочки, присмотритесь, супер вещь.
Ну и последним моим суперсредством по уходу за кожей является тоник для лица. Это простой тонизирующий лосьон от фирмы Веледа. Это натуральная косметика, немецкая фирма, которая продается в очень многих магазинах. Здесь я купила ее в Россмане, также она есть в ДМ, по-моему, в Дугласе и в Мюллере тоже есть. В России, по-моему, тоже продается эта фирма. Мне очень понравился этот тоник. Вообще, мне девочки посоветовали использовать тоник именно перед тем, как я наношу весь свой уход, то есть крема какие-то, да, на лицо. Сказали, что неважно вообще, какой ты возьмешь, главное, кожа будет увлажненная, смягченная, специально подготовленная именно для того, чтобы потом можно уже принимать на себя какие-то крема и так далее. И я вам скажу, девочки, вы были правы, потому что до этого я никогда не пользовалась какими-то тониками, это для меня как-то... Я просто не придавала этому значения, но вот это дело, я просто без ума. Я так удивлена, во-первых, что именно крема начинают действовать на кожу с еще лучшим эффектом, чем до этого. То есть этот тоник помогает, подготавливает кожу, и за счет этого впитываются они намного быстрее, и все просто супер классно. Мне очень нравится, я не нахожу слов. Это у меня уже четвертая бутылочка. Вот именно минус в том, что оно очень быстро кончается. Именно вот это средство от Веледа. Я не знаю, как остальные, но мне очень нравится. Оно не такое дорогое, ну, то есть не класса люкс, да, какого-то, но и не очень дешевое. То есть в среднем классе, ценовой категории. И пока что я довольна, мне очень нравится, спасибо, девчонки, за совет, прям просто супер, и кожа моя также говорит спасибо, по ее состоянию она намного улучшилась. И на этом у меня все. Это были самые мои лучшие средства на данный момент, которые именно эффективно работают и выполняют все, что обещают. Мне они очень понравились. Все эти средства, конечно, я купила сама на свои деньги, и поэтому мне захотелось именно с вами поделиться своим, так скажем, уже опытом использования их и эффектом, результатом. Так что, девчонки, просто всем советую. Супер классные вещи. Я надеюсь, вы смогли для себя почерпнуть из этого видео хоть какую-то интересную информацию, или, может, кто-то обратит на эти вещи внимание, потому что, девчонки, положа сердце на руку, руку на сердце, я вообще говорю вам чистую правду. И так, на этом у меня уже все начало забалтываться. Всем большое спасибо за внимание, и до следующего раза. Увидимся. Пока.